Привет, друзья! Наручные часы работают на базе механического или кварцевого механизма. Кварцевые более точны и не нуждаются в регулярном подзаводе. Но истинные ценители, для которых часы не столько аксессуар для сверки времени, сколько показатель статуса, предпочитают механические модели. При выборе механических часов нужно учитывать материалы, из которых они сделаны, допустимые условия эксплуатации, набор функций, точность хода и другие параметры. Об этом вы сможете узнать на нашем сайте. Редакция MyGadget расскажет вам об основных критериях и популярных моделях российского производства, и кроме этого вы сможете найти там еще множество других рейтингов и обзоров. Ну а в этом видео мы расскажем о 5 лучших мужских механических часах из России. Начнем с бюджетных мужских часов «Восток 811-307». Диаметр корпуса составляет 40 мм, лицевая сторона изготовлена из латуни и покрыта нитридом хрома. Задняя крышка выполнена из нержавеющей стали, застежка – ремешок из натуральной кожи. Круглый циферблат с арабскими цифрами и подсветкой стрелок защищает органическое стекло. Справа на циферблате есть ячейка с указанием даты. Класс водонепроницаемости VR30, стойкость к брызгам и дождю. Частота полуколебаний механических часов «Восток 811-307» составляет 19800 полуколебаний в час, а суточная погрешность от 20 до 60 секунд. Завода хватает на 8-10 часов. По паспортным данным, средний срок службы этих часов составляет примерно 10 лет. Но поскольку это бюджетная серийная модель, в отдельных экземплярах проблемы с ходом начинаются уже через полгода-год. Средняя цена на них 2000 рублей. На четвертом месте часы от компании «Слава». Это модель, которая подойдет мужчинам, предпочитающим надежные механические часы, выполненные в сдержанном стиле. Корпус диаметром 42 мм выполнен из латуни и защищен антикоррозионным покрытием. Для защиты циферблата используется минеральное стекло. Белые арабские цифры черного цвета обеспечивают хорошую читаемость. В правой части циферблата предусмотрен календарь с указанием даты и дня недели, а в нижней части красуется герб Российской Федерации. Водостойкость соответствует стандарту VR30, то есть плавать в этих часах противопоказано. Внутри установлен относительно простой механизм с нормативной точностью хода от 25 до 60 секунд. Информацию о запасе хода производитель не предоставляет. Внутри установлен относительно простой механизм с нормативной точностью хода от минус 25 до плюс 60 секунд. Информацию о запасе хода производитель не предоставляет, но с учетом того, что автоподзавода в модели нет, логично предположить, что заводить нужно ежедневно. Средняя цена этих часов 7000 рублей. Спецназ S937-0270 – это мужские механические часы с корпусом диаметром 43 мм, выполненным из нержавеющей стали, ремешком из натуральной кожи, минеральным стеклом и черным циферблатом с крупными арабскими цифрами и подсветкой стрелок. Модель соответствует степени влагостойкости VR100, подходит для плавания и ныряния без акваланга. В часах установлен механизм Miyota 8215, изготовленный компанией Citizen. Сравнительно с механизмами российских мануфактур, Miyota 8215 обеспечивает более высокую точность хода. Частота составляет 21600 полуколебаний в час, а суточная погрешность от минус 20 до плюс 40 секунд. В конструкции предусмотрен автоподзавод, с которым запаса хода хватает на 40 часов. Miyota 8215 – японский механизм, но далеко не самый совершенный и дорогой. С учетом того, что для корпуса используется нержавеющая сталь без химической полировки и циферблат защищает минеральное стекло, а не сапфировое, цена кажется неоправданно высокой. Средняя цена этих часов – 16,5 тысяч рублей. Восток 080494 – мужские механические часы с противоударным водостойким VR200, корпусом диаметром 42 мм, выполненным из нержавеющей стали. Они оснащаются браслетом, который также изготовлен из нержавейки. Циферблат выполнен в бежевом цвете, на нем размещена только одна цифра на отрезке в 12 часов, остальные участки сегментированы черными рисками и точками. Для отсчета секунд на безеле есть маркировка с шагом в 5 секунд, стрелки подсвечиваются в темноте. Как и в большинстве
большинстве механических часов компании «Восток» точность хода в модели 040-692 составляет -20 плюс 60 секунд в сутки, а частота равняется 19800 полуколебаний в час. Есть автоподзавод, с которым запас хода достигает 31 час. Средняя цена этих часов 10 500 рублей. Восток 440-796 – это мужские механические часы с противоударным корпусом круглой формы диаметром 45 мм, браслетом из нержавеющей стали, минеральным стеклом и белым циферблатом с арабскими цифрами и отображением даты. На корпус нанесено PVD-покрытие, обеспечивающее дополнительную защиту от коррозии и микротрещин. Модель имеет водостойкость VR200, то есть подходит для погружения под воду с аквалангом. Часы оснащаются автоподзаводом. Запас хода составляет 31 час. Частота 19800 полуколебаний в час обеспечивает точность хода на уровне -20 плюс 60 секунд в сутки. Однако нужно учитывать, что это максимальное отклонение, указываемое производителем в паспорте. Фактическая погрешность меньше паспортной. Средняя цена этих часов 12 000 рублей. Ну и перед тем, как подвести итоги, просим вас поставить этому видео лайк и подписаться на канал. Заранее вам большое спасибо. Российская часовая мануфактура значительно уступает в развитии швейцарской, японской и американской. «Восток» — это одна из немногих отечественных компаний, стабильно выпускающих качественные мужские механические часы и при этом не закупающая комплектующие из Японии, Швейцарии или США. Среди прочих производителей стоит отметить такие компании, как «Ракета» и «Победа», но в их линейках намного меньше интересных предложений по доступности. Цене. А как вы относитесь к часам, которые выпускают в Российской Федерации? Согласны, что у «Востока» нет достойных конкурентов? Пишите об этом в комментариях. Также в описании вы сможете найти цены на все часы, которые были в этом ролике. Большое спасибо вам за просмотр и до новых встреч!